государственный долг Казахстана – это очень серьезный вопрос. Не раз, ну, кто здесь достаточно какое-то время работает из журналистов, они знают, что мы и в прошлом году поднимали этот вопрос по государственному долгу, критиковали его увеличение. Тогда правительство обещало взять ситуацию под контроль. Мы сейчас в рамках бюджета, конечно, будем еще раз рассматривать данный вопрос государственного долга.